Привет-привет, с вами Лера, и вы находитесь на канале «Путешествуем с семьей». Сегодня мы посмотрим отель «Альбатрос Шарм», который находится рядом со старым городом. Заходим. Прямо на входе находится такой маленький ресепшн. Лобби тоже очень скромненькое. Выходим на территорию. Справа находится ряд одноэтажных корпусов. Мы же вышли из главного трехэтажного корпуса. Судя по архитектуре, отель очень старый, но недавно отремонтированный. Это, судя по всему, джакузи. А это главный бассейн, тоже очень скромненький. За ним располагается бар. Лежаков тоже немного. Сейчас у нас 9 часов утра, и народ спешит на пляж. Бар «Ла Веранда» находится на самом краю скалы, и с него должен открываться красивый вид на бухту. Пойдемте проверим. Бар довольно большой, столиков много. Да, действительно, вид просто замечательный. Можно сидеть, пить чай или кофе с булочками и смотреть на море с горы. Тут тоже столики со стульчиками под зонтиками. Вдоль дорожек стоят фонарики в едином фирменном стиле альбатросов. А тут находится клуб «Хаус», этакий аналог лобби, которое в этом отеле как таковое отсутствует. Проводятся встречи с гидами. Тут тоже есть бар, можно посидеть вечерком. Здесь сцена, на ней проводится вечернее шоу. Еще один маленький бассейн. Отельчик довольно небольшой. Практически с любой точки отеля видно море. Детский клуб и еще один одноэтажный корпус. Стоит отметить, что «Альбатрос Шарм» – самый бюджетный отель сетки «Альбатрос» в Шарм-эль-Шейхе. Но в то же время он лишен и главного преимущества альбатросов, из-за которых их многие выбирают – водных горок. Мало того, что их тут нет, так и у проживающих в отеле еще и нет права бесплатного посещения горок Акваблу и Аквапарк Шарм, которые находятся неподалеку. По крайней мере сейчас, может в дальнейшем администрация Альбатроса и пересмотрит позицию по данному вопросу. А это основной ресторан Сиявиев. Сейчас как раз время завтрака, поэтому можно зайти посмотреть, что подают на завтрак. Так, тут у нас сухие завтраки и джемы. Разные пироженки. Фрукты. Апельсины, грейпфрут, яблоки. Выбор, конечно, скромненький. Всякие ингредиенты для салата. Сыр, колбаса. Хлеб, булочки.
Тут можно налить чай, кофе. Сладкие булочки, круассаны. Здесь делают блинчики. Разные джемы можно добавить. Здесь делают омлетики, яичницу. Тут ничего нет. Видно, на обед что-то выкладывают или на ужин. Вот мы и посмотрели все, что можно покушать на завтрак. Ну и здесь тематический итальянский ресторан. Вот тут тоже классно. Можно кушать и смотреть на море. Еще есть пониже немного столиков на улице. Здорово! Вид мне здесь очень нравится. Ну вот, мы и прошли весь отель от начала до конца. А теперь давайте сходим посмотрим на пляж. Вот мы и прибыли на пляж отеля. Сейчас мы находимся в самом начале пляжа. Сюда прибывают автобусы из отелей Альбатрос Аквапарк Шарм и Акваблу Шарм. Справа находится бар, в котором можно брать различные напитки. По системе все включено. С 12:30 до 2:30 можно бесплатно брать мороженое. Вот висит расписание шаттлов до отелей Акваблу и Аквапарк. Автобусы курсируют между отелями и пляжем с 8 утра до 5 часов вечера. До обеда через каждые полчаса, после раз в час. Но есть перерыв на обед с 12 до 2 часов. Для нас было не очень удобно, так как до 2 часов мы не хотели сидеть на пляже, то нам приходилось уезжать на обед в 12 часов. За баром есть проход на какой-то причал, но делать там по большому счету нечего. Нырять с него нельзя. В том числе и из изображений безопасности. Разве что пофотографироваться. С него открывается неплохой вид на пляж и море. Сейчас еще рано, и в баре совсем никого нет. В баре в обеденное время также подают небольшой перекус. Пляж довольно длинный. Есть души, полоснуться после купания, расположены на некотором расстоянии друг от друга. Если приезжать на пляж пораньше, то почти все лежаки будут свободными. Можно спокойно выбирать себе место. Уже часам к 11 место на пляже нужно будет еще постараться поискать. Мы обычно уходили подальше к лифту. Там нам как-то побольше понравилось. Меньше людей снуют мимо лежаков до бара и обратно. Второй душ. Давайте дойдем до лифта и поднимемся на гору. Есть два лифта. Из-за коронавирусных ограничений не рекомендуется ездить больше 3 человек. Во время подъема можно любоваться видом на море. Правда, стекла довольно сильно заляпанные. Вот мы и доехали. С горы открывается замечательный вид на бухту.
по одному. Территория отеля, на пляж можно попасть не только на лифте, но и по лестнице. Для этого нужно пройти немного правее. Кафешка с просто сумасшедшим видом на другую сторону бухты. А вот и лестница. Спускаемся и наслаждаемся видами. Вход в море пологий и песчаный, то будет удобно для семей с маленькими детьми. Однако на пляже есть и рыбки, которые живут большей частью в небольшом куске рифа. Вот он, рядом с буйком. Спуск у нас не занял много времени. Я думаю, что иногда в часы пик, когда перед лифтом скапливается много народу, быстрее и проще спуститься по лестнице. За этим забором строится новый бар, побольше, чем у входа. Кораблик имеет декоративную функцию. На нем проводится анимация, аэробика. Здесь единственное место на пляже, где есть песчаный вход в море, а не по лестнице. Я думаю, здесь удачно занимать места с маленькими детьми. Здесь пляж уже совсем узенький, недавно восстановленный. Дело в том, что некоторое время назад, в результате обрушения горы, эту часть пляжа засыпало камнями, и он был непригоден для использования. Сейчас же понемногу пляж восстанавливают. Заборчик из камней. Я думаю, конечно же, носит скорее декоративную функцию, чем реально способен как-то действительно спасти в случае повторного обрушения горы. Куда более серьезной мерой является укрепление скал. Здесь в море уходят какие-то трубы. Я надеюсь, что через них производится забор воды, а не слив в море какой-нибудь гадости. Вот впереди как раз обломки зонтиков, сломанных камнями. Вот там за поворотом, где ходят люди, говорят, есть неплохой риф, и можно понырять с маской. Но мы до туда ни разу так и не дошли, так как пляж дальше пока еще совсем какой-то непроходимый. Но со временем, я думаю, его отремонтируют. Пока же можно посмотреть на рыбок и с этого пляжа. А вот тот самый рифик, про который я говорила. Да, он, конечно же, совсем маленький, но тем не менее, на нем растут цветные кораллы и живут разные цветные рыбки. Конечно же, каких-то совсем экзотических рыбок здесь не увидишь, но для песчаного пляжа уже хоть что-то. Если же вы хотите увидеть действительно много разных рыб, достаточно немного прогуляться до пляжа Эль-Фанар с его отвесным рифом. А вот бурый скалозуб, которого еще называют рыбой фугу. Вот стайка каких-то маленьких рыбешек прибилась в тени рифа. А это довольно распространенная для пляжа Египта рыба-хирур. Несмотря на ее безобидный вид, она может быть довольно опасна из-за острых шипов, которые находятся у основания хвоста. Семейка рыб-клоунов. А это моя любимая рыбка ренегант Пикассо. Самая маленькая рыбка из семейства углохвостых спинорогов. Мы же ее назвали батискафиком.
Несмотря на песчаное дно, следует быть весьма осторожными, потому что иногда на небольшой глубине до 1,5 метров могут попадаться осколки рифов, в которых живут морские ежи. Ну вот и все. С вами была Лера. Всем пока-пока.